Всем привет! Если и существует лучшее место в доме, где мы любим укрываться от осенней непогоды и согреваться при наступлении зимы, то это кровать. Немало часов своей жизни мы проводим в постели, поэтому важно правильно позаботиться о месте для сна, чтобы, проснувшись, чувствовать себя бодро и радостно. Самой необходимой постельной принадлежностью для такого домашнего досуга, несомненно, является одеяло. Чтобы обеспечить спокойный сон и получить максимальное чувство тепла и комфорта, стоит подойти к выбору одеяла с большим вниманием. Всевозможные сайты предлагают одеяло по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! В первую очередь определите свои личные потребности. Подумайте, насколько вы чувствительны к холоду. Поскольку основная задача одеяла в согревании вашего тела во время сна, важно знать, при какой температуре вы начинаете замерзать. Возможно, вам становится некомфортно даже при 20 градусах тепла. Или наоборот, вы из тех, кто свободно чувствует себя в легкой футболке при 15 градусах. Кроме того, примите во внимание особенности отопительной системы вашего дома. Хотя спальню рекомендуют прогревать не выше 18 градусов, допустимо, чтобы в комнате было и 15 градусов, но тогда нужно использовать более теплое одеяло. Или наоборот, если в комнате жарко, стоит выбрать одеяло для сна более тонкое. На сайте Wildberries одеяло всесезонное можно приобрести со скидкой за 1223 рубля. Его прежняя цена – 3021 рубль. Размер евро 200 на 220. Есть выбор цвета – коричневая горчица, зеленая, бежевая, белая. Вес 2 килограмма – 200 граммов. Мягкое и теплое одеяло защитит в холода, убережет от простуды, поможет выспаться. Наполнитель, который используется в этом одеяле, экологичен, отлично впитывает влагу, согревает и дарит здоровый сон. Одеяло подходит для детей и взрослых. Его преимущество – гигроскопичное, износостойкое, воздухопроницаемое, практичное. Плотность наполнителя – 200 граммов на квадратный метр. Идеально подходит для любого времени года. На сайте Озон всесезонное одеяло размера евро 200 на 230 продается со скидкой в 63% за 5885 рублей. Наполнитель – хлопковое волокно, одеяло пушистое и плюшевое. Легкое и комфортное изделие с наполнителем из овечьей шерсти обеспечит вам спокойный сон, оно будет согревать вас в холодное время года. Это одеяло очень легко складывается и занимает самый минимум места, экономя пространство. Разработано с применением передовых технологий и лучших материалов, за счет чего оно стало значительно тоньше, легче и теплее обычного вашего одеяла. На сайте Яндекс.Маркет одеяло всесезонное, облегченное, размером 200 на 220, можно приобрести со скидкой в 70% за 1654 рубля. Наполнитель – лебяжий пух. Его плотность – 320 граммов на квадратный метр. Вес одеяла – 1 килограмм 800 граммов. Материал чехла – микрофибра. Гипоаллергенное, влагоотталкивающее. На сайте Leroy Merlin одеяло Inspire размерами 200 на 220 сантиметров сейчас предлагают за 1464 рубля. Внутренний наполнитель выполнен из полиэфирного волокна, обеспечивающего хорошую воздухопроницаемость. Материал сохраняет форму, отличается повышенной прочностью и износостойкостью. Гарантия 2 года. Преимущество – гипоаллергенность, воздухопроницаемость, прочность, легкость, не впитывает запахи. На сайте Многосна одеяло всесезонное Natura можно приобрести за 9229 рублей. Гарантия 3 года. Наполнитель – бамбуковое волокно. Оно похоже по свойствам на искусственный лебяжий пух. Такой наполнитель гипоаллергенный и долговечный. Материал чехла – сатин. Это плотная и одновременно тонкая ткань из хлопка. Выбор между натуральным пуховым, пух и перья, и синтетическим одеялом может быть сделан в соответствии с вашими личными предпочтениями. Хотя сегодняшние технологические достижения позволяют синтетическим одеялам иметь те же тепловые характеристики, что и у натуральных, они часто являются более тяжелыми и ощущаются менее комфортными. Также вполне естественно сделать выбор в пользу синтетики, если у вас аллергия на утиные или гусиные перья. Главная цель – не просто согреться, но и обрести уютный и комфортный кокон для сна, при этом не чихать всю ночь из-за аллергии. Если ограничений по аллергии или особых предпочтений у вас нет, то, не углубляясь в детали, можно предположить, что натуральные и синтетические одеяла не имеют большой разницы, а это значит, что вы можете выбрать, руководствуясь прежде всего чувствами. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!